Уже 15 лет студия пластической гимнастики Терпсихора радует нас своими выступлениями. И в этот раз, в преддверии великого праздника, не исключение, 6 мая в ДК Пушкина состоялся гала-концерт, в котором выступили воспитанники младшей, средней и старшей групп коллектива, а также так называемые Терпсихоры-эксклюзив. Это мамы воспитанников, чтобы поддержать своих детей, подготовили свой собственный номер. Также выступление сборной команды показало отличные результаты. Завершился концерт награждением победителей конкурса «Янтарный остров», который недавно прошел в Калининграде и откуда было привезено 5 золотых наград. Щеканова Елизавета. Директор ДК Пушкина Даниил Баки вручил грамоту руководителю коллектива Татьяне Бондарь от администрации Пушкинского района. Дорогие друзья, ну, во-первых, давайте еще раз поблагодарим этот замечательный коллектив за тот праздник, который он сегодня подарил нашему замечательному городу. Спасибо вам большое. Ну и от лица главы Пушкинского муниципального района Сергея Михайловича Гребенченко хотел бы подарить Татьяне Бондарь благодарственное письмо главы Пушкинского муниципального района коллективу студии пластической гимнастики Терпсихора за активную работу и вклад большой в развитие культуры Пушкинского муниципального района.